Вы думаете, знаете, как нужно грабить? Ничего вы не знаете о грабеже. И вот вам наглядный пример. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Привет всем, привет всем, привет, привет. Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня, ребята, мы будем рассматривать очень интересную вещь, так как халява. Халява, ребята, это бесплатные подарки, бесплатные рубины, бесплатные голоса. Короче, это все ближе к Новому году. Так как вы знаете, что новогодние праздники это вообще бум всяких подарков и так далее, я не мог пройти эту тему мимо, ребята. Для этого вам требуется страница ВКонтакте, обязательно страница ВКонтакте и знание своего персонажа. Ну, по крайней мере, так я знаю. И немножко терпения и, ну, способность, так скажем, элементарно читать задания. Итак, мы сегодня перейдем у нас и порассматриваем группы. Наверное, делать я это быстро не буду. Итак, давайте мы пройдемся сегодня по первой группе у нас. Вот, самая простейшая, ребята, давношняя система, получается, заработка кредитов. CoinSub, я уже ее много раз рекламировал, ребята, у меня там 2300. 2 января я буду их обнулять, буду записывать, короче, видео, как я со всех, получается, своих, ну, майнеров, получается, со всяких добывателей буду везде переводить рубины себе на аккаунт, потому что я буду выкачивать новую машинку. И вот, давайте перейдем сейчас быстро в CoinSub. Смотрите внимательно на заданиях. Вообще копеечно. Делаем репост записи, скачиваем архив, выбираем любую пушку из архива, раскрашиваем, и смотрите, за первые три места получают кредиты. Кредиты это, соответственно, ваша прямая валюта. Так что ходите, дерзайте, ребята. В общем, в группе есть задания очень интересные, часто появляются. Обязательно подписывайтесь, смотрите, что и как. Дальше. Переходим, ребята, к одному из самых известных наших стримеров. Это Руни. У него проходит мега-конкурс, вообще просто класснейший. Кто не видел и не знает, внимательно смотрите, ссылки я вам оставлю все в описании. Ребята, смотрите, какой конкурс. Посмотрите, сколько подарков, ребята. В общей сложности это просто шедевр, если честно. Так что советую, ребята, подписывайтесь, проверяйте, как это работает. Не забывайте, 27 числа будет конец. Поэтому после этого видео сразу же бежим и начинаем, ребята, подписываться. Все делать, как написано. Не пропустите розыгрыш. Итак, следующее. Конкурсы на голоса ВКонтакте. Смотрите внимательно. Есть мелкие такие конкурсы. Вот. Они не сильно большие, не напрягают. Вот, смотрите. Фотоконкурс, допустим, ножки и так далее. Получают здесь реально. То есть можно найти конкурсы, где приз выдается именно голосами, смотрите. То есть можно получить. То есть каждый голос, соответственно, по 7 рублей примерно. То есть вот смотрим, 7, 35 рублей. Итоги 30 декабря. То есть, ну это... Дальше смотрите внимательно. Здесь вот фото, 3 голоса, смотрите, приз. Видите, 27 декабря и так далее. То есть, пожалуйста, заходите, читайте. Ссылки тоже будут в описании. Итак, мы передвигаемся и... Следующее у нас викторины, конкурсы на голоса. Та же самая система, ребята. Заходим, читаем в стене, то есть, и все. В общем, ребята, тоже ссылочку вам оставлю в описании. Это, получается, группы, не относящиеся к Музвару, но где есть возможность получить голоса в ВК бесплатно. Просто, грубо говоря, за репосты или мелкие какие-нибудь задания. А, да, конкурсы на голоса ВК от Аватарии. Это я тоже смотрел, ребята, но не до конца я ее прошел. Ссылку оставлять не буду.
просто интересно, имею в виду, в этом. Ну, можете сами найти ее, если хотите. Я как-то в свое время там находил пару конкурсов, но они не всегда проходят, они очень редки, по-моему, там, насколько я помню. Так, следующий. Так, это голоса подарки, он не прошел у меня, меня почему-то не приняли. Я, короче, ну, как-то обиделся. Я обиделся, честно. Ну ладно, это уже не критично так. Так, здесь меня тоже кинули. Тоже не стали, короче, меня подписывать. Чего я не подхожу под голоса? Не знаю, может, мне возраст уже включили. Дальше, ребята, есть такая группа. Music Wars конкурсы, продажа и прокачка. Ребята, здесь проходит конкурс. Такой же, на подарки, не забывайте. То есть у них... Сейчас мы развернем вот так вот. 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 Итоги, ребята, розыгрыша будут 3 января. Как я и говорил. Получается, группа тоже оставлю вам в описании. Пожалуйста, присоединяйтесь, участвуйте. Плюс, ребята, эта группа сотрудничает с теми группами, которые дают граб, получается, на... Как он сказать? Которую вы видели в начале, в общем. Это реально подставной бой. Просто шикарный подставной бой. Ребята именно этим и занимаются. Они на этом зарабатывают деньги, а вы качаете своего персонажа. Вот, подарки, грапы и боты. И, соответственно, читаем задания, проходим, подписываемся. Но это еще не все. Недавно, ребята, я узнаю о том, что Элита Ньюс, одна из моих любимых групп, с которой я давно сотрудничаю, оказывается, делает тоже конкурс. Проходит конкурс на красивый наряд. Как только, ребята, собирается 100 комментариев с красивыми фотографиями, тут же выбираются 100, ну, 100 победителей, выбираются победители, им вручаются призы. И следующие опять 100 записей, скорее всего, комментарии будут администратор удалять, но еще не точно. Ссылку тоже оставлю, ребята, в описании. Обязательно приходите и подписывайтесь. Ну что можно сказать? Игра, говорит, игрой, а халява халявой, ребята. Не забывайте, к Новому году надо как можно больше схватить халявы. Если интересно, всегда такие темы, ребята, выискивайте их. Смотрите. А, да, не забывайте, ребята, что на стриме у меня можно тоже схватить. Но, правда, не совсем халяву, ее можно заработать. Первые 3 места, как всегда, я награждаю подарками. Ребята, вы старались на стриме, вытащили катку, получайте свои подарки. Эта традиция останется. Следующий стрим, ребята, будет 30 числа, перед новогодний. Так что ждем енота в шапке и, наверное, будем заканчивать. Не забывайте, все ссылочки будут в описании на все группы с конкурсами. Надеюсь, вам повезет. Счастливо! До следующих видео!